что белорусская державность и незалежность находятся под погрозой, не выкликая сумневу ни у кого, кто хоть с большего занимается и интересуется политикой. Питание полягает в том, как избежать этой погрозы. Для этого необходимо гуртовать как внутренние, так и внешние силы, готовые поддержать нашу демократичную, независимую будущее. Этой силой могут быть, по сути, являются Сполучені Штаты Америки. Менавіта про это я размовлял у Держдепартаменте этой страны. И про это я размовлял вот тут, уже в Нью-Йорке, с нашей белорусской диаспорой. Не далее, как завчора, вот тут был проведен огульный сход Бруклинского отделения белорусской диаспоры. И на этом сходе одноголосно была подтримана идея створения международного руху за державность и независимость Беларуси. И Бруклинское отделение стало коллективным сябром нашего руху. Это первый крок до сгуртования и белорусов свету, и тех политиков заходних, которые разумеют небезпеку, якая погрожает сегодня. Вот у меня зараз на НТВ Америка спытались, а какие конкретно питания меркуем вводиться у Держдепартаменте. Ну там шмат было питания, были люди, которые представляли 7 отделов Державного департамента Сполучених Штатов Америки. Але основное было такое, ці здольная сегодняшняя белорусская система на чале с Лукашенко на сам реш реформоваться, на сам реш зробить то, про что она каже, провести политические и экономические реформы. Чи укладываться политическим и материальным капиталом в ту политику, которую проводит сегодня Брюссель. Практично без никаких кроков зворотных сбоку Менску Брюссель готовый содействовать тому, про что вещает Лукашенко. А он вещает про одно. Мне потребные, каже он, две речи. Это доступ до финансов и новые технологии. Ни про правы человека, ни про законность у державе. И он не промовляет пока что ни слова. Что он каже? Это все занадто политизовано. Так вот, моя задача, задача тех людей, которые за Беларусь в Америке, а наиперше задача тех людей, которые в Беларуси, поставить у повестку дня, у программу диалога по так званой модернизации, наиперше фундаментальные питання законності і правий чоловік. Моя задача сьогодні організувати тих людей, да? Вас організувати, тих, хто в Білорусі, для того, щоб виправити ситуацію і доробити те, що не було дороблено у початку 90-х років. Ось і все. Коли бы провели в Смоленской области референдум долучиться до Беларуси, как вы думаете, они долучились бы сегодня? Проголосовали бы все? Большинство бы долучилось. Я Смоленщину добре ведаю, и у всяким выпадку заходняя частка, ну, это когда... Ведайте, что у Смоленску я был разом с Лукашенком некогда, когда вот, я был старшиня Совета письменников, а он придумал там провести святкование, какая это годовина? Была БССР 80-е, по-моему, у 98-м года выходит, да, 80-е. И все, в Смоленск. Звалились мы на этом самолете, там городский театр, в городском театре урочистый сход. У Смоленску, ну там же была объявлена первая БССР. И сядить, президиум, сядить, помните, был такие старшиня Держдумы, Селезнев. Никто не помнит, я не думаю, что их будут там яками, был ты, не был, кто ты. И он такой
Гудуна, что называется, спит у президента. Патриарх сегодняшний Кирилл Кадым, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, и наш красавец. И наш выступая, и там, ну вот его, нет, спочатку выступил, а правильно, Лукашенко, ну и возьмет эту свою, ведомую речь, дружба фронтов, только разом, только в обдымках, иначе нас вороги не радушат, а вышло, что вы один от одного в обдымках. Селезнев поднял голову и опустил, больше ничего не сказал. И тут выступает Кирилл. А он тогда, как бы, ну так скажем, министр замежных справ Московской епархии. И заодно менеджер, видать, потому что как раз при им тогда они займели акцизы на гандаль. Церква! Акцизы на гандаль! Петунем! Обмену отменили им акцизы. И что он будет казать, слухайте? И он будет казать вот что. Вот я послушал Александра Григорьевича, все правильно Александр Григорьевич сказал. И я хочу обратиться к залу, здесь умные люди сидят, сказал он. Ну, девчонки зрозумели, что не с дурьем состракаются. Ну и он правда, он эдукованный человек, он имеет добрую эдукацию. И вот что этот эдукованный человек, который не дурьем будет казать. Нет никакого отдельно взятого, я уже кажу, я тоже говорю. Нет никакого отдельно взятого белорусского языка, отдельно взятого украинского языка. Нет отдельно взятой какой-то белорусской культуры, какой-то украинской. Есть великое русское древо, на котором выросли дикие победы. Решение два. Или подождать, пока они засохнут. Или сами. А потом или их соскрить. Не же жемявшими сюда. А, я ж на той мове. Вот, дякую. Перекладись. Так вось, значит, навод зала, вот я до вашего питания, якая складалася переважно согнанных смолянов туди. Ну хто на такое мероприятие сам попреться? Так не поглядела один на одного, ну и там неде, может, 10 человек, мне так, ну, пляснули, потому что... А, наш красавец! Я кончается это, ну я не ведаю, как это назвать. Я не иду в этот самолет. Я иду в театр, там актеры мои знакомые, я с ними сидаю. Ну, робим то, что робим поэты с актерами. На завтра я сядаю в тягник, и больше я, вот, это я опошний раз бачил Лукашенко, больше я его не бачу. Я, не вернувшись в Минск, я все обдумал и зрозумел уже кончатково, что все мои планы на то, как с этим человеком, про нечто домовиться, про что я сказал в початку, да, как... и он не лез в эти сферы, в каких ничего не разумеет, не могут сбыться по той простой причине, что они не могут сбыться. Но як ты можешь, навод, коли на публику ты працуешь, но як ты можешь пляскать, да. Чего ты тогда президент? Ну, коли это дикие победы, чего ты президент? Ты что, президент диких побед? Как это вовле можно? И все, на тем я поставил крыш, написал артикул про это и разлетался. Я зараз там просто заявляться не хочу, я не хочу на этих людей ходить, не хочу с ними.
Але треба, это, я не кажу этого как поэт, как белорусский, але как политик, я змушен казать и казать одно и то. Коли вы пойдете на сустрэч громадянской супольности, коли вы пойдете на внутринациональный диалог, я буду в этот диалог, бо это лежу правильным, прагматичным решением. Але им не это треба. Им треба абсолютно меньше. Диалог у них такий. Я кажу, ты молчи. Вот и все. Вот и все диалог. Такое мне не подходит. Коляска, что еще? Окей. Готовы еще раз? Раз, два, три. Усмешку. Окей, я тебя же встаю. Куда? Ой, это я додаток дав. Я просто дав свое записание. Я додав ваше руки. Вот тут у мястэчку, якое называется Гайленд Парк, есть такая вот эта церква, церква Святой Мати Жировицкой, заступницы белорусской. У низе, як оно водится повсюль, у заходних храмах, есть такая зала, якая называется громадская зала, где собираются люди с приходу. И тут в этой церкви собираются белорусы. Белорусы, которые съехали, кто ранее, кто позднее. По разным причинам. С родимой. И я ведал, что никто из них, по их мемуарах, по их книгах, никто из них не позбавился от любови на своей земле, он носит ее у сердца и приходит сюда, в эту церковь, как помолиться за будущую нашей земли. И они готовы отдать, коли не все, то вельми шмат, для того, как свою тишь, сподзяючися на нашу святую заступницу все-таки, и самим зробить для нашей Беларуси то, что они могут. Сегодня мы провели там, в этой громадской зале, посерджение, отделение Нью-Джерси, так оно называется, белорусского, американское белорусское заденошение. И одноголосно эти люди, которые живут вот тут, в штате Нью-Джерси, подтримали идею створения международного руху за державность и независимость Беларуси. Одноголосно. Я за это вельми удячны, а еще больше удячны им за то, что они вот тут, далеко-далеко, сберегают из всех сил на святое для нас, белорусов, у своих. И сберегаючи это, мы сберегаем нашу веру в белорусского Бога и нашу надею в белорусскую будущую, якая будет миновито такой, за якую мы у наших храмах и дома, и на чужих молимся. Отче наш Небесный,
Не святіше ім'я Твоє. Де прийде володарство Твоє. Де станеться воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хліба наша щоденного дай нам сьогодні. І пробач нам провини наші, як ми вибачаємо.